В республике взносы на капремонт многоквартирных домов со следующего года могут вырасти на 18-20%. Соответствующее предложение в правительство республики направили МинЖКХ и региональный оператор капремонта. На сегодняшний день минимальный размер взноса составляет 7,5 рублей за квадратный метр для домов до 6 этажей и 8 рублей 10 копеек для домов выше 6. В случае, если Кабмин республики одобрит инициативу, платежи вырастут до 8 рублей 90 копеек и 9 рублей 70 копеек соответственно. Авторы предложения отмечают, что даже в случае индексации тарифы все равно будут вдвое меньше экономически обоснованных. Мы в свое время через фонд содействия реформированного ЖКХ провели анализ. И, конечно, за один квадратный метр это не 7, не 8 рублей, даже не 10 рублей, а составляет 17-19 рублей. Но все мы прекрасно понимаем, что для нашего населения это будет очень бить по карману. Если взять КФО, Приволжский федеральный округ, из 14 субъектов федерации мы на 10-м месте находимся. По взносу, если взять там Челябинскую область, Оренбург, там у них уже 10 рублей. В программу капремонта включены более 17 тысяч многоквартирных домов республики. В этом году с их жителей планируют собрать 4 миллиарда 800 миллионов рублей на проведение ремонтных работ. Напомню, в рамках программы капитального ремонта в Башкортостане в 2022 году отремонтировали 770 МКД на 6 миллиардов 300 миллионов рублей. В следующем году ожидается снижение этого показателя на 1 миллиард.